Вы уже 2 года как руководитель, пора отчет держать перед Палатой регионов. Конечно, это возможность представить развитие республики, поделиться проблемами, которые есть. Вы знаете, что по итогам мы готовим постановление Совета Федерации, согласовываем с правительством по оказанию мер поддержки в экономическом и социальном развитии. Поэтому все, какие у вас есть пожелания, вы, пожалуйста, внимательно посмотрите постановление. Мы все ваши предложения, безусловно, учтем. Прошли заседания комитета всех Совета Федерации с участием руководства республики и министров и председателя правительства. Мне председатели комитета доложили, что был очень хороший содержательный разговор, обсуждение проблем Ингушетии, выработка предложений. Мы на пленарном заседании продолжим обсуждение, ждем вашего выступления. Спасибо вам за замечательную выставку, которую вы представили. И, конечно, потрясающий художественный коллектив, который вообще так сразу взбодрился их и поднял все настроение. Поэтому еще раз искренне рада вас приветствовать. Спасибо большое. Что это будет полезно. Ну, вы знаете, для сенатора полезно знать не со стороны, а знать каждый регион, что происходит, какие трудности, проблемы, в чем нужно обратить внимание на законодательстве, какие законы надо подкорректировать. Ну и, конечно, с учетом накопившихся в Ингушетии проблем, объективно они есть, мы их хорошо знаем. Нужна серьезная поддержка федерального центра, мы готовы обязательно это оказать. Позвольте поблагодарить вас искренне, потому что внимание, конечно, которое вы его делили, нашли время для того, чтобы Дни Республики прошли в Совете Федерации. И знаете, я поймался на мысли, что в действительности очень был искренний познание Республики, желание ее познать, проблемы ее, достижения ее. А сегодня я вам хотел бы сказать, то внимание, которое в действительности уделили вы, президент Владимир Владимирович Путин, он всегда, вот в честь того, что помощь, которую оказывает и Мишустин Михаил Владимирович, правительство в целом, мы взаимодействуем. Но те сложности, которые накопились, они есть. Их в одночасье не решить. Те задачи, которые в первую очередь было Владимир Владимирович поставлено, консолидация общества, социальные вопросы. И в этой части, я думаю, что у нас зрелость показала республика, жители особенно республики. Вы правильно делаете, что выстраиваете такое тесное взаимодействие с федеральными органами власти. Нужно создать условия у каждого региона. И Ингушетии огромный потенциал. Надо просто создать условия, поддержать, чтобы этот потенциал был раскрыт, чтобы улучшалась жизнь, жизненный уровень людей повышался, доходы людей, благополучие, комфортная среда. И то, что вы так настойчиво работаете с федеральными органами власти, это правильно, это нужно. И еще раз подчеркну, мы со своей стороны окажем всю необходимую поддержку.